Всем привет! Новость о том, что Дмитрий Колдун заболел опасной болезнью, вызвала опасения среди поклонников знаменитого артиста. Совсем недавно врачи сообщили шокированной знаменитости, что он инфицирован. Сначала он чувствовал недомогание, Дмитрий не придал этому значения. Краткосрочное домашнее лечение результатов не принесло. Вместе с женой Викторией артист на всякий случай сдал тест на опасный вирус. У пары был выявлен COVID-19. Оказалось, что оба супруга инфицированы. Колдуну предложили немедленную госпитализацию на фоне покашливания и повышенной температуры, чтобы избежать распространения инфекции и осложнения в виде пневмонии. Супруга певца отправлена домой, на карантин под наблюдением врачей. У нее заболевание протекает бессимптомно. В ближайшие часы вся семья Дмитрия пройдет тесты на коронавирус. Артист находится в Минской больнице, где врачи проводят необходимые процедуры, чтобы спасти знаменитого певца. Ранее Колдун заявил о том, что старается не забивать себе голову тем, что сейчас происходит в мире в связи с пандемией. «Я просто каждый день встаю и живу обычной жизнью. Не смотрю новости, если что и слушаю по радио, так это музыку. Конечно, я соблюдаю все меры предосторожности, когда выхожу из дома. Будем надеяться, что врачи приложат все усилия, и Дмитрий в скором времени пойдет на поправку. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!